Обстановка на азербайджано-армянской границе стала предметом обсуждения в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе. Как передает канал 13, об этом сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась. В ОДКБ с тревогой внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. Это тоже стало предметом обсуждения в ходе сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, сказал Зась в среду по итогам заседания. По его словам, в ОДКБ приветствуют начавшиеся переговоры между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве России и достижение договоренности об отводе части подразделений со спорных участков территорий. Отмечаем безальтернативность выполнения трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года, подчеркнул генсек ОДКБ.